Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 мая 2019 года. Театральная площадь Анапы. Только что прошел парад Анапского гарнизона и бессмертный полк. Народ только подтягивается, потому что мероприятий будет много. Ну а я уже обслужил и иду домой. А слышатся звуки оркестра. Это, видимо, возле летней эстрады у ракушки. Тоже какой-то концерт. Вся улица Горького наполнена людьми. Зелень, конечно, сейчас самая-самая свежая. Вот я вижу, и Катальпа уже покрылась листвой. И как красиво, ну просто волшебно светятся, можно сказать, листья дубка вот этого молодого.
Я подхожу к центральной площади. Тут тоже, конечно, зелень просто поражает. Вы не думайте, что камера так передает. На самом деле зелень очень сочная, красивая. Здорово, конечно, что солнце вышло, а то как-то было с утра очень мрачновато, конечно, и сыро. Море. Море там синеет, но я думаю, может быть, на море сегодня я еще побываю. Сейчас решим с Машей. Возьмем велосипеды и поедем. И ели тоже зеленые, такие красивые ели. Замечательные. Люди фотографируются. Дети бегают. Кафе и столовые ждут своих посетителей. Все украшено красными флажками. Дым валит, шашлыки жарят. Требуются официанты. Можно видеть везде красные, белые и синие шары. А здесь шары под цвет георгиевской ленты, оранжево-черные. Зазеленела улица Горького. Ну вот, друзья, это была Анапа, 9 мая 2019 года, День Победы, народное гуляние. Всего доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всех вам благ и такого же хорошего дня.